Всем привет, у нас дождик пошел. Молнии сверкают. Сегодня только свалил. 4 волка по 10 метров каждый. Ну и по 2 метра ширины скосил, короче. Деваться некуда, высоко нужно косить, потому что она уже просто тупо ложится. Второй укос растет, без дров растет. Ну, короче говоря, в этом году, походу, останемся без сена. Потому что трактором второй укос вряд ли возьмут. Сеном будут только те, кто косит руками. Сейчас он знакомым все посваливали сено. Оно у них все гниет. В степях, в полях, в лугах. Погода, короче, не дает, а слову совсем. Ничего делать, тем более сено заготавливать. Вот тут вот чеснок в яме. Он, видите, сверкает, как молния. Так громыхнет. Подождем. Гром. Что-то он слабовато загремел. Такие, короче, пироги. Тут чеснок. Там вот чеснока картошка из кожурок. Это были груши. Диван. Кресло два старых, все как не уберу. Там вон помидоры, перец, баклажан, картошка, которая вылезла сама по себе. Так что вон, видите, сколько кабачков. Это, кстати, это я посеял. Помните, я в том году осенью накладывал навоз на грядки. Так вот. Способ говно. Даже не пробуйте. Ну и он нафиг. Все-таки для тыквенных культур землю необходимо перепахивать. Вот виноград распушился. Яблок в этом году вообще море. Их вот, ой, дали молнию какая. Молния какая. Так что, короче говоря, яблок в этом году будет нормально так. Количество. У меня дичка заплодоносила, которая пошла с корня. Ну, основной ствол, который перевивался еще в питомнике, он, короче, уже высох. Но я, короче, его отпилил. Ну, с корня пошли, короче, ветки. Вот так 5 лет они, наверное, молчали, зато в этом году они, короче, выстрелили. Яблок, короче, тьма. Но яблок не осенняя, она вон та стоит. Видите, вон возле бани. Намочился. Такие, короче, пироги. Так что, вот, конечно, у нас огонь. В Челябинске град был, ураган был, ливень. У нас в Улеке от нас 60 километров был, короче, град, ливень. У людей, короче, все погибло, все побил. И овощные культуры, и ягодные культуры, короче, я все убил. Вот так вот. Вот и конец света, пожалуйста. Чего? Ужас. Погода реально. У нас в Оренбурге на днях был ураган. Ну, вот этот, смерч. Ну, я так понимаю, F1 был. Ну, говорит, прикольный, говорит, был. О! Видали, молния сверкнула. Ладно, на этом все. Так что обзор огорода я, наверное, покажу немножко попозже. На заднем огороде у меня все, конечно, повеселее, потому что там я сеял перепаханную почву все-таки в перегной. Там все-таки тыквы, конечно, получше будут. Вот, так что в этом году не будет топ-10 обзор кабачков и огурцов тоже, кстати. Огурцы тоже, короче, которые посеял в сено, они, короче, нихера путем не растут. Так что для тыквенных нужно, еще раз повторюсь, нужно землю перепахивать. Так что метод Джефа Лотона, к сожалению, с тыквенными не работает, за слово совсем. Так что да, даже может не пробовать, это все фигня. Мульчировать, да, не спорю.
Но все-таки посев нужно перепахивать. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Такая у нас погода. Всем мира и добра.